Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в студії ми говоримо на тему, як збудувати сучасну цифрову державу, і говоримо про це на прикладі Естонії, Прибалтійської країни. І сьогодні, в нашій студії, Яан Хайнцова, регіональний директор в Центральній та Східній Європі агенції розвитку підприємства Естонії. Яан, я вас вітаю. Дякую. Почнемо з того, що ви вже вдруге в Сумах. Ви були минулого року в жовтні головним доповідачем на форумі IT People Суми. Ви дуже цікаво розповідали про цифрову Естонію, і сьогодні ви знову тут. Що цікавить вас в Україні? Що цього разу ви будете розповідати людям? Ну, спасибо за приглашение сегодня в студию. Меня приглашает в Сумы Владимир Демура. Он вице-президент ICC, Международной торговой палаты, именно по цифровым технологиям, цифровой экономике. Поэтому я очень рад, очень рад быть здесь, вот на таком IT-форуме, который на самом деле очень впечатляет. Потому что Сумы про суммы в Эстонии много кто еще не знает. Да? Теперь я, конечно, рассказываю, что здесь происходит, что здесь есть и университеты, которые на высшем уровне обучают студентов, и в том числе есть IT-факультет. И, конечно же, у нас есть украинским предпринимателям предложение. И поэтому я здесь, что Украина большая страна с большим потенциалом. То есть в Украине есть много предприимчивых людей, много хороших компаний, которые стремятся выходить на новые рынки. Ну, это, это правильно. Это так вот вы можете развивать свою экономику, чтобы расширяться географически, выходить на новые рынки. И, конечно же, украинцам выйти, например, на скандинавские рынки сложно, вот изначально. Но с эстонцами у вас есть общий язык. Мы с вами как бы выросли вместе, можно сказать, да, у нас есть общая история. Поэтому мы имеем общий язык и с вами, и со скандинавами. И у нас есть также цифровое общество, цифровое Е-государство. То есть через такие вот цифровые, достаточно уникальные в мире решения, очень низкую бюрократию, очень прозрачную экономику, достаточно благоприятные для инвесторов, для бизнеса через границы или даже без границ, мы можем предложить такой вот хаб, платформу для географического расширения на новые рынки в ЕС, в весь ЕС, конечно, и в том числе, в частности, в Скандинавию. Вот такое вот у нас предложение. И мы ищем здесь, конечно, вот такие контакты, с кем у нас есть общие интересы, кому у нас есть что предложить. И в суммах на IT-форуме там будут и IT-компании. Я знаю, что у вас в суммах примерно 50 IT-компаний, в том числе и местные компании, и компании, которые крупные, украинские, международные, аутсорсинговые компании. Также есть и промышленные компании в разных секторах. И вот с такими компаниями мы, конечно, с удовольствием здесь знакомимся, чтобы здесь им предложить свои решения. Но решение у вас наверняка очень как бы современное и нужное для Украины, потому что именно эстонская компания, она как бы создавала, да, программу для цифрового государства Эстонии, правильно? И вы работаете угу. и для других стран. Может быть, немножко об этом расскажете? Значит, эстонское цифровое общество развито разви 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 именно эстонскими компаниями. То есть не одной компании, а происходят тендеры. На тендерах участвуют компании, у которых есть уже опыт в конкретных сферах. То есть именно ID-карточкой занимается одна компания, например, которой, у которой есть больше всего опыта. Ну, не только одна компания, но одна, она внедряет вот главные технологии по ID-карточкам. У других компаний есть другие опыты в разных сферах. Конечно, вот это то же самое «Е-государство», оно состоит из множества, из тысячи разных частиц, и каждая из этих частиц надо, во-первых, технологически внедрять, а во-вторых, сделать такой рывок в менталитете, да, чтобы все были бы вовлечены, и те, кто разрабатывают, и те, кто ну, технологически, и те, кто пользуется, да. и те, кто, конечно же, законодательство для этого внедряют. Поэтому там все стейкхолдеры должны быть вовлечены. Действительно, вы сбудовали новую Украину, ID-картки у каждой людини, вот как вы уже сказали. А что это дает людині? Насколько это важно? Насколько изменилась держава? Ну, если мы посмотрим на то, что как изменилась страна после советского времени, то она изменилась именно 100%. Она изменилась так, что мы начали ее строить с нуля. Потому что ну, на наследие стоит смотреть прагматично. То есть если наследие, оно ценное, если мы ее оцениваем в такое, которое мы сейчас хотели бы для себя построить, тогда надо его оставить и на нем, на базе наследия строить уже свое будущее. Но если это наследие не жизнеспособно, тогда надо его, к сожалению, оставить позади, оставить его в истории и строить с нуля. И так у нас были построены и законодательство, и промышленность, и, конечно, весь менталитет, все направление. Если мы раньше общались больше э, с нашими восточными э, соседями, тогда э, с того момента мы решили смотреть на Запад. И, конечно же, для того, чтобы привлекать оттуда инвесторов и преобразить свою промышленность через инвесторов. Мы должны были с нуля построить законодательство самое простое, самое, можно сказать, благоприятное для бизнеса. Я думаю, что вот это у нас как-то очень удачно получилось. Вот главное вот это законодательство, главное то, что мы поставили себе цель, и всем обществом стремились в сторону этой цели. Конечно же, если мы говорим с нуля, Тогда, если ноль, это это как бы достаточно болезненно, да, что э, можно сказать, что общество все-таки страдало в то время, да, что если если теряются рабочие места, там сокращения из старых советских э, заводов, там промышленных предприятий. Э, то, конечно же, не всем сразу это принесло какую-то какую пользу. Да? Но это принесло пользу через некоторые годы, когда мы поняли, что мы поступили правильно, что мы не вкладывали деньги туда куда они убыточно, в принципе, терялись. Не дадут да, не, дали, не давали бы эффекта. И поэтому вот тот подход с нуля его вам мы пропагируем, мы можем с, ну, в полной серьез сказать, что у нас это получилось. У нас были цели: снизить бюрократию, абсолютно сделать бизнес и экономику прозрачными и сделать удобными. Вот, если вы вот это посмотрите, то это именно те характеристики, которые помогают сейчас, которым двигаться помогают сейчас цифровые технологии. Да? И поэтому, если у нас уже была вот эта цель, а через несколько лет возникли технологические возможности, и причем эстонцы были уже в то время достаточно развиты в плане кибернетики и IT-технологий, тогда, конечно же, у нас была уникальная возможность развить свою страну, как е-государство, е-общество, е-экономику, да? цифровую экономику, электронную и уже 17 лет назад появлялись первые электронные решения. 15 лет назад у нас появилась вот эта же самая ID-карточка, которой мы пользуемся до сих пор, которая сейчас у нас неотъемлемая часть вообще повседневной жизни, преобразила абсолютно и бизнес, и повседневную жизнь, можно сказать. И в 2014 году, когда мы уже очень много к этому времени говорили всему миру о своих технологических электронных решениях, у нас удалось внедрить абсолютно новый концепт е e резидентства То есть электронный виртуальный резидент, который может иметь ту же самую ID-карточку, но только для электронного пользования. То есть он не должен жить в Эстонии, он не должен быть ни гражданином, ни жителем Эстонии. Это е-резидентство e дает только доступ к цифровым инфраструктурам, ко всем цифровым услугам, которые даются для бизнеса. То есть ID-карточкой можно открыть компанию ну, за 20 минут дома. Или все равно вы где будете в отпуске, на пляже, вы берете свою ID-карточку и за 20 минут открываете компанию. Сейчас уже есть даже возможность открыть первоначальный банковский счет через интернет. То есть, в принципе, приезжать в Эстонию не обязательно. Конечно, для нас важно, чтобы компании в Эстонии тоже что-нибудь сделали, чтобы они добавляли своему продукту или сервису какую-то стоимость, открывали там мощности, рабочие места создавали. Но, в принципе, через Эстонию можно вести бизнес полностью онлайн и не делая вот этого ну, можно сказать даже то, что эстонское государство в этом смысле более продвинуто, чем банки, например. Потому что банки, иногда крупные скандинавские банки требуют, чтобы в Эстонии были бы какие-то физические офисы, рабочие места, какая-то связь с Эстонией, чтобы открыть банковский счет. А мы не требуем, мы не требуем того, чтобы в Эстонии сделали бы что-нибудь конкретное. Но, конечно, вот как было уже сказано, что для нас вот и наше агентство развития предпринимательства в Эстонии, мы, конечно, помогаем именно вот тем украинским компаниям, которые реально в Эстонии открывают свои офисы, открывают свои производства, мощности и открывают, создают рабочие места. То есть человек, вот сумчан, да, может завернуться до уряду, отримать эту да. id картку да. и, и, там отримать и развивать бизнес в Эстонии, так? Да, эту ID-карточку можно э, ходатайствовать прямо в интернете потом забирать в посольстве в Киеве, потому что там надо будет дать отпечатать пальцы. Mm -hmm. это, ну, это, в принципе, стоит 100 евро. Надо заплатить, чтобы эту ID-карточку себе сделать. Потому что это 100 евро, это даже не покрывать все расходы, потому что это очень серьезная вещь. Это надо будет этого человека очень досконально э, проверять. Но, в принципе, почти никто не получал отрицательных ответов. Почти все ходатайства все-таки были решены в положительном ключе. Да, сумчане может, может взять себе ID-карточку и через нее здесь же дома открыть себе компанию и пользоваться этой компанией дома. Там можно и всю отчетность и все подписи давать в цифровом виде. Это очень удобно. Цифровые подписи у вас, в принципе, уже как бы в ходу, да? Цифровые подписи ⁇ это и есть основа всего нашего электронного государства. То есть этой ID-карточкой можно себя идентифицировать. То есть там есть два ПИН-кода. Один для идентификации, а второй для подписи. Без подписи, в принципе, ведь сложно представить себе какие-то сделки или какие-то там реальные действия. То есть этой карточкой не только можно идентифицировать, а именно подписывать все документы. А в государстве, в Эстонии, то есть предпочитаются именно цифровые подписи. И абсолютно все, все организации, все инстанции обязаны принимать цифровые подписи. Ну, в письменном виде тоже обязаны, но уже люди очень редко в письменном виде дают подписи. Они дают подписи именно электронные. Ну, бюрократия ушла в бюрократия е Бюрократия практически ушла. Мы можем сказать, что мы сохранили ну, там, каждый месяц такую кучу бумаги, как Эйфелева башня, с того, что мы экономим и деньги, и время электронными решениями. То есть, вот подсчитали, что электронными решениями мы экономим примерно 2% от ВВП Эстонии в год. А 2% это равняется нашему бюджету на оборону, например. То есть, мы покрываем вот этими решениями, в которые мы вкладываем конечно, теж кожен рік на розробці, але сумму примерно ну, в районі 50 мільйонів євро. но ми экономим намного більше. Якщо вся, вся держава в цифровому так сказать, форматі працює, то треба ж створити і систему безпеки, і особистих даних, і всі роботи такої, щоб не було втручання там кібербезпека. От да. як, як і з цим питанням. Центр кибербезопасности НАТО находится в Эстонии. Я думаю, что вот уже вот этим uh -huh. фактом можно что-то сказать. И у нас, конечно, были кибератаки на, на все электронное цифровое общество Эстонии. То есть самое серьезное было в 2007 году, уже 10 лет назад. И после этой кибератаки мы, конечно, стали сильнее. То есть когда... Нас атаковали, нам пришлось отрезаться от, от мира на какое-то время, ну на очень короткое, конечно, время, но наши базы данных, в принципе, стояли. То есть, а сейчас у нас есть, например, такой концепт, как как посольство данных. То есть, вот те же самые те же самые базы данных и системы хранятся в других странах например, в Великобритании. То есть, когда на нас идет кибератака, мы переключаемся на свою такую резервную безопасную копию, да, резервную копию, backup и э, чиним э, свою местную, э, главную э, систему. В то же время, э, в принципе, все не приостанавливается. Конечно, там все будет в более компактном, простом виде, но все продолжает, э, в принципе, работать. К примеру, потом в то же время э, внедрили э, систему, которая, э, которая показывает сразу же все манипуляции и данными, и э, если, если кто-то вошел в систему и был не э, уполномочен к этому, тогда сразу же ну, светится красный свет, можно сказать. И внедрили такую как сказать инфраструктуру э, подписи без ключа. Э, также, конечно, кибербезопасность это означает не только э, оборону от кибератак, а также безопасность данных личных лично. данных каждого человека каждого жителя Эстонии и каждого также электронного резидента Эстонии, который пользуется этими базами данных и чьи данные хранятся в этих базах. То есть для того, чтобы работала эта система. У людей должен быть доступ, у разных э, стейкхолдеров должен быть доступ. То есть полицейский должен иметь доступ к вашим данным, например. Чтобы обеспечить э, вашу же безопасность на дорогах, вас надо проверять. Но э, у вас есть, э, как сказать, перечень всех э, проверок вашими данными. И если вы не вспоминаете, что вот в эту дату вас действительно должны были проверить, вы помните, вы знаете, что это было, что это или врач, или полицейский, Например, вы это не узнаете, вы сразу же можете сделать запрос, что это почему, и если вы понимаете, что это было неуполномочено, тогда это огромная проблема. И таких вот неуполномоченных на самом деле пользований своими возможностями, можно сказать, не было. Было только единицы случаи, конечно, которые именно показывают, что система работает, да. Такие единичные случаи сразу же показывают, показывают себя, и, в принципе, нет нет такого, чтобы люди пользовались бы своими возможностями в корыстных целях или или ради простого интереса. Поэтому вот эта вся система, она достаточно хорошо хорошо оборонена и от кибератак а также люди достаточно хорошо доверяют тому, что их данные безопасны. Вкладывать большие деньги именно на обучение пользованием электронного государства, электронных решений, чаще всего у нас все-таки на это были не очень большие, я считаю, затраты. Вот, допустим, сейчас можно голосовать в интернете или получать э, рецепты медицинские э, прямо вот через ID-карточку. И это настолько упрощает жизнь, что даже пенсионеры э, с удовольствием начинают этим пользоваться и для себя э, изучают эту тему, чтобы, э, ну, чтобы упростить себе жизнь. Так что я думаю, что если сделать все это настолько настолько удобным и, и приятным для пользования, тогда люди сами будут учиться. В современной Украине видите ли вы точки роста какие-то вот подобные эстонским? Или все-таки есть проблемы, которые, не, не решив которые, нельзя развиваться так, как развивались в Эстонии вы? Ну, конечно, в каком-то смысле нам было проще, потому что страна маленькая. И я считаю, что самое главное было именно то же самое вовлечение. Вот, потому что если в стране 40 с чем-то миллионов населения и в том числе 40 миллионов мнений, тогда ну, идти по одному курсу ⁇ это в 40 раз сложнее, чем в стране, где миллион человек. В том числе у вас каждая область, которая включается в одну державу, они каждая из них размером с Эстонии. То есть в одной области, конечно, вам тоже проще сделать такую же систему, но во всей Украине, соответственно, намного сложнее. Так что в Украине это сделать вам предстоит, конечно, ну, большой вызов. Но я думаю, что если, если общество решит, если будет политическое решение, то и технологическое решение это не проблема, и законодательство это будет тоже возможно и Эстония с удовольствием помогает. То есть у нас наш ноу-хау, он полностью открыт, мы с удовольствием им делимся. Мы уже очень много делились и со странами восточного партнерства, то есть первым делом, конечно, с Украиной. Внедряли кое-какие системы и во Львове, и в Ивано-Франковске. У нас есть специальное учреждение в Эстонии, это Академия электронного правительства, которая очень тесно работает с странами восточного партнерства, вот и с Украиной тоже. Конечно, я думаю, что вам, вам предстоит здесь именно стремиться тоже к максимальной прозрачности, к минимальному бюрократизму. Да? И если вот у всех есть эта цель, прозрачность, тогда, конечно же, будет проще. Сегодня на форуме, какую тему вы будете рассказывать участникам? Вот так как мы обсудили в начале беседы, у нас есть предложение украинским компаниям. То есть именно тем компаниям, которые хотят расширяться на международные рынки и увеличивать через это свою конкурентоспособность. То есть компании, которые не направлены на, местные, на местных потребителей, местные рынки, а которые хотят выходить и на рынки ЕС, и на рынки Скандинавии. У нас даже вот вплоть до того, что наша организация помогает выходить на экспорт эстонским компаниям. А эстонские компании в том числе компании с иностранным капиталом. То есть если украинские компании, к примеру, открывают свои мощности в Эстонии. Это уже эстонский продукт, и эстонские продукты мы продвигаем на новые рынки. То есть наши представители, которые есть больше, чем в 10 странах мира, экспортные представители, могут уже помогать выходить на новые рынки. Вот все эти предложения, все, все наши преимущества, Е-решения, вот о них можно будет услышать именно вот на форуме, на IT-форуме, который… Для меня, вот, как я сказал, огромная возможность вот, именно в, в этом регионе э, рассказать про то, как мы можем помочь. Я думаю, что и сумскому бизнесу мы э, можем э, предоставить какой-то, может быть, следующий уровень, который э, не имелся вот, на скандинавских рынках, например. Это, это будет нечто, что э, реально может продвинуть э, бизнес, э, да, бизнес для... Компанії, які стрімятся на нові ринки, дякую вам за цікаву розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в ефірі телеканалу АТВ ми говорили з Яан Хейнсо, регіональним директором Центральній та Східній Європи, агенції розвитку підприємства Естонії. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТІВІ.